世界的に権威のあるショパン国際ピアノコンクールで2位に入賞した反田恭平さん。2014年にロシアの名門モスクワ音楽院に首席で入学し、2年間学びました。その時、反田さんを誘った恩師、ボスクレセンスキー教授が ANN のインタビューに答えました。恩師から見た反田さんの魅力、凄さとは？Я должен сказать, что Кёхэй Сорита-сан – это выдающееся явление в музыкальной жизни всего мира. Потому что такие талантливые люди рождаются нечасто, может быть, раз в десятилетие. И я горячо поздравляю его с заслуженной победой на конкурсе имени Шопена. Я слушал все его туры, и на каждом туре у него были бриллианты. Концерт тоже хорошо играл, конечно. Во всяком случае, его выступление было блестящим. Сейчас на конкурсе просто талантливый человек не победит. Он должен быть совершенным музыкантом, великолепным виртуозом. Но, несмотря на это, Кёхэй, на мой взгляд, был лучшим на этом конкурсе. Я в Японии услышал его после его победы на всеяпонском конкурсе. Он тогда играл третий концерт Рахманинова. Замечательно. И я именно горд тем, что я предложил ему поехать в Москву. Потому что, конечно, в Москве, где уровень студентов Московской консерватории тоже очень высокий, настоящая конкуренция человека двигает вперед. Какие у него достоинства? Ну, во-первых, замечательный темперамент. Очень активный, очень энергичный, не дающий возможности слушателю заснуть или отдохнуть. Он все время держит вас во внимании. Это очень большое достоинство пианиста. Контроль за качеством исполнения. Вот этот контроль, конечно, дал ему возможность сыграть абсолютно совершенно всю свою программу. Все его интерпретации уникальны. Они только его. В то же время он не нарушает стиль Шопена. У Кёхэя Шопен был в настоящем виде. Внимательно слушать свою музыкальную фразу, не позволять себе каких-то переборов интерпретации – это достоинство, в общем, русской школы. Участвовал в конкурсе. Не понял? Почему он участвовал в конкурсе? А почему участвовал в конкурсе? Потому что он уже достаточно уже. Да. Вы знаете, жизнь такая. Вот. Сейчас надо получить какие-то, так сказать, знаки отличия. Кёхэй Сорита-сан, победив на этом конкурсе, может спокойно не играть ни на каких других конкурсах и не рисковать своей карьерой. Ему сейчас важно играть сольные концерты, выступать с оркестром. Конкурс – это, в общем, первая ступень в карьере. Дальше вы играете. И показать свои выдающиеся достоинства всему миру. Я абсолютно уверен в его блестящей карьере.
Хочу сказать, что я очень горжусь, что он был моим учеником. И это мне очень приятно, потому что все-таки там тоже моя какая-то помощь была. И он эту помощь воспринял. Он очень хорошо занимался. Он трудолюбивый, как многие японцы. Я, конечно, хочу ему пожелать, ну, прежде всего, спокойствия. Потому что концертная жизнь пианиста очень трудная. Я буду всегда рад его встретить в своем 45-м классе в Московской консерватории, если он захочет у меня проконсультироваться. У меня сохранились воспоминания сугубо музыкантские. Играли много всяких разных сочинений, мы работали над произведениями разных эпох для того, чтобы ощутить стиль каждой эпохи, каждого композитора. И вот это у меня сохранилось. Он очень общительный, очень естественный. Ничего в нем нет такого экстравагантного. Знаете, бывают такие люди, которые, так сказать, так себя ведут. Вот. Да. Он простой и естественный, и это хорошо. Гении должны быть естественными.